Вот так аплодисментами и криками «Браво!» приветствовал зал мужской балет Валерия Михайловского. Самого Валеру я застал в гримерке, можно сказать, в середине спектакля, перед вторым отделением, где все основные женские партии исполняют мужчины. А скажите, а тяжело мужчине на пуантах стоять? Вы знаете, очень тяжело. Это не просто, это не то, что удовольствие мало, это просто пытка, можно сказать. Тяжело быть женщиной в этом мире. Да, вы знаете, не только на пуантах тяжело стоять, а вообще все тяжело, все непривычно, все необычно, все не то. И очень-очень смешно было, когда мы в первый раз на пуанты стали, ладно, мы там стирали пальцы, пятки, в крови все время были. Но когда первый раз, мы одели все вместе. И пальцевые туфли, и эти платья с затянутыми такими лифами, и парики, и ресницы. И когда мы вообще увидели друг друга, это истерика была, это невозможно было передать. Но самое страшное, когда мы попробовали в этом во всем, глаза, веки вообще не поднять было. Такое ощущение, что по полкилограмма ресницы. Потом на голове это все стягивается. Здесь все затянуто. Еще танцевать в этом во всем, это ужас был. И не хотелось какого-то хамства, не хотелось какой-то грубости. Все-таки как-то с любовью, во-первых, к профессии, с любовью к женщине, к балерине. И мы хотели все-таки очень тонко все сделать. И мы учились просто, чтобы ходить. Это совершенно другая походка. Совершенно, как кажется, что мы делаем один и тот же урок все, но совершенно другие женские руки. А поворот головы, а эти взгляды, это все. Это такой кошмар просто. Как вам пришла в голову вот сначала, когда вы создавали коллектив? Вы знаете, совершенно случайно. Вот вначале появилась возможность создать коллектив, а потом я уже стал приглашать, думать, кого я буду приглашать. Давно это было? Это было в 92-м году. И подбирался мужской состав хороший, и отсюда и возникла мысль, а почему бы не сделать мужской коллектив? У меня изначально была идея не повторения, потому что у нас очень много балетных трупп, и все танцуют одно и то же. Все классы. Школа одна? Ну, школа везде почти одинаковая, там какие-то различия есть. А то, что все танцуют классику, именно русские труппы, ну зачем? Когда есть академический театр, тот же Мариинский, тот же Большой театр, где превосходно это все делают, зачем вот какие-то уродливые дети, которых нужно плодить? Поэтому у меня изначально была идея, если я буду делать труппу, то эта труппа должна иметь свою индивидуальность и свое лицо. А кто на 8 марта кому подарки дарит? У нас две дамы. Ну, у мальчиков же есть и жены, и там, и девушки. Есть кому дарить подарки. Вообще неблагодарная работа или благодарная? Нет, неблагодарная. Очень. Ну, как аплодисменты, там, цветы, я знаю. Вот вы знаете, вот очень хорошо, я считаю, самое гениальное вообще определение балету дала Фаина Георгиевна Раневская. Она сказала, балет – это каторга в цветах. Вот единственное, что цветы бывают не всегда, а каторга, как сказал тот же Хемингуэй, праздник, который всегда с тобой. Так вот это наша каторга, которая всегда с нами, которую вот как взгромоздил на себя крест, уже неси.